Обвал рубля, очереди к банкоматам, перебои с бесконтактной оплатой банковскими картами и взлетевшие цены на товары. Жители России уже страдают от первых последствий, введенных против страны экономических санкций. Жители России уже сняли 1 триллион 400 миллионов рублей наличными. Рекорд предыдущего дня был превышен в 12 раз, и спрос физических лиц и компаний на наличные средства стал действительно рекордным. У банкоматов по всей российской столице очереди из тех, кто пытается снять рубли и валюту. Обвал рубля, который продолжает обновлять исторические минимумы один за другим, провоцируют россиян обменивать рубли на доллары. Я в ужасе. Больше мне нечего сказать. Это ужасно. В первую очередь для России. То, что мы стали изгоями. То, что доллар вон продается за 128 рублей. Вчера был 75. До того 75. И прочее, и прочее, и прочее. Ну, это очень плохо, значит, будет инфляция сумасшедшая, цены на все поднимутся. Но они скажутся на каждом живущем в России, абсолютно. Так сказать, осчастливлен будет, в кавычках, каждый житель этой страны. С Google Pay проблемы, я не знаю, это санкции, нет? Ну, вот у меня, типа, все деньги по факту трудно вывести как-то из карт. Вы пострадаете от падения курса рубля? Сейчас не до курса рубля, ей-богу. Пока никак, но сегодня рассказывали то, что ценники уже растут. Я теряю деньги. Думаю, дальше он упадет, потом опять начнет расти. На всех отразилось, на вас в том числе. Думаю, да, уже некоторые заказы останавливаются. Ну, наверное, так же, как и на всех скажется. Но я как предусмотрительные люди, те деньги, которые есть, сейчас держу в долларах, сейчас держу в рублях. Надеюсь, одно компенсирует другое. Я очень надеюсь, что не отразится. Если цены поднимутся, соответственно, и отразится на каждом из нас. Евросоюз и НАТО захотели этой ситуации. Да, конечно, я только что снял все наличные рубли, поменял доллары и евро, сейчас пойду менять еще. Это связано с 22-летним правлением Владимира Путина, который подарил все, так сказать, вот эти триллионы нефтедолларов своим друзьям-олигархам, не вкладывал ничего в экономику. В России нет ни автомобиля своего, ни телефона, ни компьютера, ничего. Он ничего не создал, у России нет экономики. Наша экономика ничего не стоит. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Планирую уехать, поэтому, наверное, не пострадаю. Потому что один гражданин начал войну и, в общем-то, решил повторить 30-е годы, которые, ну, как мы помним, были в Германии. По-моему, история совершила полный круг. Мы все пострадаем от курса падения рубля, и мы все пострадаем от действий Владимира Путина, от его агрессивной политики по отношению к Украине, от вторжения, от этой войны, которая идет с 2014 года. Всем нам нести всю нашу жизнь, ответственность за его действия, потому что мы теперь страна-изгои. Здесь даже не важны также санкции, потому что у нас президент, который читает заветы Ленина, его мемуары, и что он будет делать? Он будет печатать деньги. Как только он напечатает деньги, мы пострадаем здесь все. Считаю, что для нас это крайне важно. Я думаю, что для... Ну, хотя это страшная трагедия для Украины, я думаю, что они в конце концов выберутся из этого дела. Либо сейчас, либо через какое-то время, когда сменится, там, у нас будут другие люди во главе, другой режим. Но это же неизбежно, не бывает же ничего вечного, да? И тогда они, конечно, выберутся вот с этими жертвами, со всеми. А где же будем? Мы не выберемся. Я боюсь, что мы не выберемся. Я боюсь, что для нас это... Ну, вы знаете, у меня никогда не было такого хренового настроения, как эти дни. Вот. И я, кажется, сочувствую Украине, тем, кого бомбят там и так далее, но больше всего боюсь за свою страну в этой ситуации, за Россию. И за нас всех, за себя. Вот. В общем, ужас. Вы наверняка в эти дни встречаете людей, которые одобряют. Более того, вы знаете, среди ваших, наверное, знакомых или бывших там соратников есть люди, которые прям там вот до сих пор, наверное, работают. Как вы с ними общаетесь, не общаетесь? Тут я к вам уже скорее как к психологу или психотерапевту, да? Вот как вообще на эти темы разговаривать друг с другом? Ну, смотрите, я, к сожалению, не могу вам толком ответить, потому что я среди тех, с кем я общался, с кем мы обсуждали это, нет ни одного человека, который бы это одобрял. Вообще ни одного. Да? Более того, я сильно подозреваю, что среди тех, кто до сих пор работает вот где-то там во властных структурах, подавляющее большинство тоже это не одобряет. К
когда нам показывали заседание Совета Безопасности, вот это так называемое, то мрачные лица, с которыми они сидели, как-то вот не похоже было, что они счастливы этому. Вот. Мне кажется, что это одобряет из начальников один человек, может быть, там его охранники, я не знаю. Ну, в общем... Ну, конечно. Как, смотрите, опросы. Как много людей это одобряет? Максим, опросы — вещь сложная. Дело даже не только в том, что я, честно говоря, не очень доверяю ВЦИОМу. Вот, ну, то есть, там, вполне... Левади признан иностранным агентом. Вы доверяете? Левади доверяю. Там тоже. Там тоже, да. Я просто не видел. Вы знаете, опросы — вещь сложная. Когда вы спрашиваете, ну, есть же... Есть масса архетипов, понимаете? Если наша страна ведет войну, значит, на нас напали. Если нас напали, мы защищаемся, мы ведем справедливую войну. Неважно, где мы ее ведем вообще, за что, и что это за война, и так далее. Вот. Значит, здесь очень много автоматических ответов. Понимаете? Ну, вот типа там, любите ли вы театр? Да, люблю. А когда ты был в театре последний раз? Ну, вот 20 лет назад, да? Вот. Но театр я люблю. Потому что нельзя ответить, я не люблю театр. Да? Вот то же самое, на самом деле, с войной. Вот. Кроме того, понимаете, вот в ответ на вот эту, помните этот гениальный вопрос Евгения Евтушенко, хотят ли русские войны? Да? Я думаю, что русские войны не хотят. Но русские хотят победы. Победы без войны. Вот у нас ведь все это безумная пропаганда всех этих лет, она привела к тому, что война смотрится как такое веселое мероприятие. Вот вылетают «Катюши» из жерла этих самых своих ракет, этих штук, да, вот, потом, значит, там нас цветами встречают люди в освобожденных городах, потом парад победы, все, да, вот, что это было на самом деле, об этом не говорится, дай на память сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит. Вот стихи о войне, человек, который был там. Вот. Это все ушло куда-то. И люди хотят победы. Вот. Я не стал бы очень переоценивать значение этой поддержки с точки зрения того, что будет у нас, что нас ждет впереди. Вот. Я думаю, что впереди ужасно. Леонид Яковлевич, вот как так вышло? У вас есть понимание, как так вышло, что люди, которые принимают важнейшие решения, которые, ну, буквально вершат нашу с вами судьбу, да, все, на что они способны, это бессвязная речь и мрачные лица. Ну, Ира, их же так подбирали. Это же не случайные люди, это люди отобранные, да? И посмотрите, насколько отличие. А кто какой-то, знаете, безличное отбирали? Отбирал президент. Президент отбирал, конечно, он лично отбирал под себя людей, с которыми ему комфортно, с которыми он себя чувствует более-менее спокойно и так далее. Вот, посмотрите, как отличается, например, там, я не знаю, Государственная Дума, избранная в 99-м году, я ее очень хорошо знал, поскольку работал с ними активно, вот, от этой. Просто по лицам как отличается, да. Посмотрите, какие лица были вокруг там, правительства и президента, там, допустим, в начале нулевых годов, еще когда, уже при Путине, но только в самом начале его пути, да, и сейчас. Это разные лица, разные люди, разный биологический вид, понимаете? И, и оказалось, что никого нет, мы же видели их на Совете Безопасности. Сергей Лавров, Нарышкин, Дмитрий Медведев, который просто какие-то чудовищные вещи говорит. Они же были другими, мы их помним другими. Да, к сожалению, я тоже помню. Но они эволюционировали, поэтому все-таки главное в них это какая-то приспособленческое там желание быть у нас власти. Сегодня, знаете, был страх. Козырев, министр бывший иностранных дел, у кого Лавров был заместителем. Ну, он говорит, я его не узнаю. Ну, а его никто не узнает. Когда он возглавлял нашу миссию в ООН, к нему с большим уважением относились. Когда мы все сошли с ума? Когда это произошло? Это постепенно происходило. Это происходило постепенно, понимаете? Это шаг за шагом. Это лягушка, которую варят не сразу в кипятке, а потихонечку нагревают воду. Вот нагревали и сварили, в конце концов. И остались такие вареные лягушки. Больше вообще никого не осталось. Вот вообще больше никого не осталось. Если бы сварили, мы бы с вами, наверное, это не наблюдали.
Ну, почему? Мы уже это видим. Это вот хуже. Вот. И, понимаете, в этом смысле это же не только они. Это вся страна. Понимаете, ведь что сейчас в стране происходит? Посмотрите. Вот идут сообщения, там, Shell вышел из проекта «Сахалин». Да? Я не имел никакого отношения к проекту «Сахалин», но я работал в РАО ЕС России много лет, 10 лет, членом правления. Да? Я себе представляю, что такое добиться прихода, вот, вхождения в проект вот такой компании, как Shell. Это много лет работы. Это много лет переговоров. Это очень серьезное дело. Да? Значит, вот когда рухнул Советский Союз, мы были очень бедными, мы были разрухи, мы были нищими там, и так далее. Да? Потом стали строить. Да? Это пристроили. Вы помните, как челноки ездили за там, турецкими куртками? А сейчас не надо. Потом стало не надо ездить за турецкими куртками. Наладили нормальное снабжение. Там ездили за компьютерами. Нет, есть компьютеры, есть сервис, есть все. Вот это вот растет. И вот сейчас за несколько дней это все демонтируется. Понимаете, это все отваливается, все совершенно, да? И остается то, что было, только хуже, значительно хуже, потому что то, что было, имело определенные механизмы поддержания себя. Тех механизмов уже нету. Вот метро ходило как-то при советской власти. Черт его знает, как оно ходило, но ходило, да? А сейчас, ну, будет ходить или нет, я не знаю. Потому что все стало другим. Понимаете, снабжение было советское снабжение. Оно было плохим, с очередями, но оно какое-то было. Были советские лекарства, хотя их тоже на самом деле не было, это венгерские были лекарства в значительной степени. Вы знаете, что, ну, конечно, знаете, что там больше 90% наших лекарств имеют иностранные компоненты. И я вот вижу это, понимаете, я вижу уничтожение страны. Вот, и это еще не все поняли. Знаете, в античном театре была такая история, там на человека, который предназначен умереть, как бы он должен умереть, и он выходил в белой маске на лице. И все знали уже, что он умрет. Да. Зрители видели, что он скоро умрет, там его убьют или там что-то такое с ним случится, да. Вот. Он сам этого не знал. Вот у меня такое ощущение, что наша страна ходит в белой маске сейчас. Вот. Она, ее уже погубили. Ее уже погубили, понимаете? Мы значительно больше интегрированы в мир, чем многие думали. И вот нас отделить от мира, это, понимаете, как вырезать у человека печень там, и, ну, а дальше пускай живет, пускай печень одна живет, а он живет без печени. Мир без нас обойдется. Это неправильная метафора с печенью. Мир без нас обойдется. Мы без мира не обойдемся. Мы погибнем без мира. Никто же не понимает, с кем мы воюем. Ребят, мы с нацистами. С нацистами, да. Где эти нацисты? Понимаете, это нечто такое вот... Эфемерное. В воздухе, да. То ли мы воюем с украинцами, то ли мы с американцами, то ли мы воюем с какими-то непонятными бандеровцами, кто их видел вообще, и называют их бендеровцы, никак не могут выучить, что это, что он был Степан... Это отдельная боль, знаете. Степан Бандера. Вот, ну ладно. Может быть, там жители Бендер, какие-то наемники? Видимо, есть. Да. Вот, а Бендер, это, между прочим, насколько я помню, в Молдавии. Вот. Ну ладно, этот хрен. Мелочи, да. Понимаете, но поскольку люди не понимают, нет вот этого ощущения, с кем мы воюем, мы вообще воюем с каким-то врагом, вообще с врагом, да, и этот враг может быть где угодно, вот он здесь, он на соседней улице. С он... дождем воюем, с эхом Москвы. С дождем, с эхом Москвы. Нет, понимаете, есть, и вот страна... прохожий, встречный прохожий, он тоже может быть этим бандеровцем. Вот, то есть выплескивается, поднимается вот эта страшная агрессия, совершенно страшная агрессия. Вот. Это, конечно, предтеча вот банд, погромов, чего угодно. Вот. И это же все поддерживается государством. Ведь завтра, сегодня ночью, начнутся репрессии. Будут же арестовываться. Если они завтра объявят военное положение, а похоже на то, а иначе нафига их собирают, не импичмент же осуществить. Если они завтра объявят военное положение, значит, сегодня ночью, скорее всего, накануне, будут аресты. Вот. Ну, мне последние все дни говорят, что ты чего ждешь? Ты чего ждешь валяться? Ты в первых рядах. Вот. И я думаю, что ну вот, я думаю, что
там вероятность, допустим, там, моего ареста, она исключительно высока. Исключительно высока. То есть, вот, с одной стороны, не хочется, а с другой стороны, и бежать как-то, года мои нити. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри.